Не. Прошу, прошу, Сергій. Пусть будут с вами, как сегодня, тепло и ласка, доброта, союз повенчанный любовью, живет в согласии всегда. От нас. А это, я надеюсь, поможет исполнить ваши романтические желания. Я желаю нашей семье, чтобы ваша любовь была вечной, чтобы вы любили друг друга, ценили друг друга. И вот Максиму хочу сказать, чтобы он каждый день дарил вот при первой встрече, чтобы не забывал, что отношения надо поддерживать не только словом любви, но и цветочками. Я понял, прекрати говорить. Я понял, хорошо. Становимся на цветочках. Поздравляем вас. Вам долгих дней и детишек. Много детишек.